Клубящиеся облака, из которых словно из ниоткуда выплывают фантастические силуэты воздушных шаров, шипят, словно древние драконы. Или причудливые узоры, в которые заплетается ярко-синяя река, извиваясь змеей в изумрудной зелени пойменных лугов. Золотые поля, купола Кремля – все это съемки Олега Буцкого, которые он произвел в ходе фестивалей «Небо России». Начиналось все, как обычно, с фотографии у меня. Да, у меня все начинается с фотографии. Вот поэтому с 2010 года мы начали сотрудничать с Федерацией воздухоплавания. Вот по сей день я как бы и продолжаю это делать. Аэросъемка с помощью квадрокоптера требует определенных навыков и технических знаний, если снимать с земли. А для того, чтобы получить эти волшебные и уникальные кадры, Олег снимает из корзины аэростата. Последствия бывают непредсказуемыми, ведь как запустить, так и поймать техническое устройство из движущегося шара – задача не из простых. Я использую аэростат как площадку для старта дрона. С точки зрения технической, ну, скажем так, да, достаточно сложно. Это, наверное, нужно уметь правильно и своевременно отключать мозг, да, потому что, скажем так, это небезопасно с точки зрения дрона, да, потому что его можно будет потерять. Но, тем не менее, это дает определенный результат, потому что с помощью дрона, который мы запускаем с корзины, получается снимать аэростаты на более высоких, наверное, эшелонах, да, назовем это так. Олег Буцкий, автор фильма «Рязанская область», много лет занимается пейзажной фото и видеосъемкой. И как никто другой знает, что каждый рассвет, каждый закат, каждый день неповторимо прекрасен. Но есть у него и самые любимые кадры. Сразу прям вот на ум приходит первое, то, что это съемки над облаками. Да, это, наверное, безумно, безумно интересно, это безумно страшно, это безумно круто. Ну, просто такого действительно увидеть со стороны, ну, я думаю, не каждому дано. Поэтому для меня, наверное, как для человека, который снимает аэростаты с воздуха, наверное, это единственное, наверное, то, что вот прям запоминающееся. Ну и, конечно, это аэростаты над водой, потому что отражение, красивый свет, красивые тени. Увидеть свою родину совсем иначе и понять тех, кто на рассвете, не зная лени, мчится на точку взлета, чтобы в очередной раз прикоснуться к прекрасному, возможно, в рамках фестиваля, став пассажиром аэростата. В этом году «Небо России» пройдет в Рязанской области с 20 по 25 июля. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Олег Буцкий, телекомпания «Город».